А в областном центре сотрудники водоканала проводят санацию коллектора в районе улицы Мельника. Эти работы ведутся бестраншейным методом с применением современных технологий. Таким образом, коммунальщики восстановят 4 изношенных участка сети. Внутри трубы они протягивают многослойный полимерный рукав, после чего наполняют его водой. Далее прогревают специальными установками, чтобы пластичный материал затвердел. Итак, внутри изношенного коллектора создадут новый со сроком службы не менее полувека. Таким методом мы ремонтируем именно участки, где надо минимум неудобств для жителей города ставить. В том числе мы ремонтируем таким методом коллектор по улице Харьковской. Всего здесь будет произведено ремонт 332 метров коллектора. После этого, по сути, будет новый коллектор.